Да, около вашего дома находимся. У инспектора все под контролем. Обход неблагополучных семей. У нее на участке более 30 родителей, которые состоят на учете в полиции. Сделали, как говорится, генеральную уборку. Младший лейтенант полиции Вероника Гайнутдинова своих подопечных встретила у подъезда. Эта семья длительное время состояла на учете в органах внутренних дел. Отсутствие правонарушений с учета сняли, но все же семья в зоне риска. Основная проблема – злоупотребление алкогольными напитками. Данные рейды у нас проводятся раз в месяц. Вот. Иногда они помогают вовремя выявить, что обстановка в семье нездоровая, и как-то повлиять на это. В квартире прибрано, глава семейства на работе, в холодильнике еда. На первый взгляд все в порядке. Ребенок показывает своих питомцев, мама обещает сделать ремонт на кухне. Оценить жилищные условия, в которых проживает семья с детьми, еще одна задача сотрудников. Представители молодежного парламента, в свою очередь, общаются с ребенком, узнают, в какие секции ходят и чем увлекается, чтобы в дальнейшем подсказать, как можно проводить свободное от учебы время. Мама пообещала то, что она своими силами попытается ребенка определить в какую-то секцию для занятия во время обучения в школьный период, временной, для того, чтобы человек мог, ребенок сам развиваться. За ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей сотрудники ПДН могут составить протокол об административном правонарушении и результаты таких проверок передать в комиссию по делам несовершеннолетних, в которой предстоит определить дальнейшую судьбу семьи. Но в этот раз обошлось без протокола. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».